В Якутске вручили первую лицензию такси, заявку на которую оформили в электронном виде. Преимущество такой подготовки документа заключается в оперативности оформления. И не только, продолжит Елизавета Васильева. Валерий Степанов в такси работает уже 11 лет. Первое свое разрешение он оформил 5 лет назад. Когда пришло время продлить лицензию, предприниматель подал заявку через интернет Гостехнадзор. А готовые документы получил в офисе центра «Мои документы». Валерий Степанов стал первым обладателем лицензии, оформленным в электронном виде. Сейчас удобно, в электронном виде подали заявку, и звонок пришел, и быстро делается, где-то в течение 2 недель. Между центром «Мои документы» и управлением Гостехнадзора было подписано соглашение, которое позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подать документы на получение разрешения, дубликаты и аннулирование разрешения таксомоторной деятельности электронно через региональный портал e-якутия.ру. Подать заявку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют регистрацию на портале госуслуг. Таким образом, получается синхронизация с региональным порталом e-Якутия. И у них автоматически выделяется личный кабинет, через который они как раз могут подать заявку. Можно, допустим, за чашечкой чая оформить услугу, подать заявку и получить результат просто мгновенно. А вот таксист Виктор Комиссаров оформил лицензию традиционным методом. В 2013 году, когда разрешение делали, долго очень ждали, целый месяц. По бумагам там очень долго получается. И вот узнали через электронный портал, что делается, это быстрее. Портал e-якутия.ру представляет государственные и муниципальные услуги, оказываемые на территории Республики Саха-Якутия. Оператор портала – Министерство связи и информационных технологий. Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси можно получить пока только в головном офисе центра «Мои документы» в Якутске. Далее планируется распространение по всем районам. Елизавета Васильева, Василий Слепцов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.